Понедельник, 28 ноября, в одном из многоквартирных домов столицы было обнаружено тело актрисы Натальи Стешенко, звезды комедийного сериала «Лига обманутых жен». К этому часу стали известны некоторые детали трагедии. По словам источника, на теле умершей нет повреждений, и причины смерти все еще выясняются. Напомним, изначально, среди прочих, высказывалась даже версия о суициде, но официальные источники сообщили, во всем виноват Тром. Супруг Стешенко позже подтвердил, что его жена днем гуляла с ребенком, а вечером вернулась из кафе и почувствовала себя плохо. Рядом с телом Натали находился ее сын, третьеклассник. Мальчик обнаружил маму без сознания и попросил соседей вызвать скорую. К слову, коллеги 37-летней Стешенко по Театру Луны, где она работала в последнее время, узнали о трагедии только из сообщений СМИ. К сожалению, вот такое несчастье. Скоропостижно скончалась. Известно, что ей стало плохо, вызвали скорую. Только такую информацию пока знаю. И она нас повергла в шок, заявил администратор культурного учреждения. Известно, что несколько лет назад Стешенко потеряла близких людей. Брата, папу, артистка посвящала им трогательные посты в соцсети. Родилась Наталья Стешенко в Павлодаре в 2000-м. Принимала участие в конкурсе красоты и завоевала титул «Мисс Казахстан». В итоге модельной карьере она предпочла актерскую. Наталья окончила в ГИК. За ее плечами две киноработы «Лига обманутых жен» и «Инспектор Купер». Про личную жизнь Стешенко мало что известно. Актриса предпочитала не давать интервью на тему амурных дел. Однако известно все же, что Стешенко была замужем за бизнесменом и экс-депутатом Госдумы Владимиром Симага. Когда точно поженилась пара, неизвестно, но их сыну уже 10 лет. В соцсетях Симага, который старше своей жены на 37 лет, позиционировал себя как пенсионер, гетеросексуал, имеющий солидный жизненный опыт. Вместе с мужем актриса выходила на красные ковровые дорожки. Пара у них была забавная, ведь она на голову выше избранника. При этом в профиле Натальи нет ни одной фотографии с мужем. Это наталкивает на мысль, что в последние годы в их отношениях не все было гладко. В соцсетях об актрисе отзываются исключительно положительно. Наталья Стешенко не была актрисой топ-класса, но специалисты говорят, что те, кто видел ее на сцене, уже не мог забыть. Легкая, яркая, красивая и высокая. Она привлекала зрителей красотой не только внешне, но и внутренней. И, конечно же, мимо такой девушки не могли пройти влиятельные мужчины. Светлая память артистки.